Ты его возьмешь? Да, да, будешь в бою. Удачи всем. Так, что-то варишь. Да я беру тогда. Кто окно видит вообще-то? Кого? Ты видишь, блин, надо прямо заезжать, ты надо кнопку заедь нажать, мне кажется. Бля. Ой, бля. Кто-то неправильно садится в... Я, короче, я... надо что-то действительно крутить там. Там через колесико надо, подъедь, через колесик покрути. Да, там просто телепортнулся. Загрузить технику нажать. Да. Мы не утонем? Утонем. О. Колесиком крутит, и там будет нас Порш везет! Блять. Мы все умрем. Блять, кто вылез? Пиздец. Ничего, блин, сейчас таймфик делать. Да. И чё, какой смысл играть без двух варьеров, двух отделений? Я вот, например, не вижу двух варьеров впереди. Там два отделения. А один варьер сзади. Другой под воду провалился, по-моему. Ну и какой смысл играть? Параш. Бля, пизда. Какая херена. Качественный контент. Да корабль взорван, мы даже никуда не сможем поехать.